Компания T-Zone, интернет-портал gpsnw.ru представляет видеообзор штатной автомагнитолы для автомобилей Nissan и Hyundai RedPower 8901. Данное видео снимаю вечером в своем автомобиле Nissan Murano 2006 год. Итак, главное меню при включении габаритов включается подсветка кнопочек. Как вы видели при старте, музыка продолжает играть с того места, где я выключил автомагнитолу. Можно смотреть фильмы, слушать музыку с диска. Дальше, виртуальный CD-чейнджер. В аппарате встроена флешка 2 гигабайта под копирование 1, 2, 3, 4, 5 аудиодисков формата Audi. Аудио, не путать с MP3. Вот у меня сектор газа записан тут. Когда-то давно. Управление кнопок на руле, что я сейчас, собственно, и делаю. Прибавляю громкость. Дальше. Чтение с носителей USB и SD. Чтение музыки. Так, сейчас подключу флешечку. Флешка у меня глючная, поэтому прошу прощения. Так, вот. Собственно, песня с флешки даже стартанула. С середины песни, даже когда я ее передергивал. То есть история вся сохраняется. Так, ну сейчас Виктор Робертович Цой пускай нам поиграет на заднем фоне. С SD то же самое. Вставляем с медийными файлами в DVD слот карточку. Прослушивание то же самое. Радио. Режим радио. Он назвал президента. Ну, что тут рассказывать особо нечего. Вот с кнопкой на руле переключаю радиостанции. РДС идет вот здесь. Дальше. Bluetooth гарнитура для проигрывания музыки с телефона. Но самая главная функция — это hands-free, разговор в автомобиле. Внешний микрофон у меня выведен на торпеду, панель приборов. Телефонной книжки нет. Есть история звонков. Кто звонил, исходящий, входящий и так далее. Ну, iPod тут все понятно, подключение продукции компании Apple. Такую я не пользуюсь. AUX для подключения видеоносителей, например, цифровой внешний TV-тюнер. Так. Уровень подсветки регулируется таким образом. Включение эквалайзер, ну, это смена подсветки кнопок. Принудительное включение камеру, если включена у вас задняя передача. Так, что дальше? Аппарат у меня подготовлен для работы с сетью интернет. Ставится такая сборка. Спасибо уважаемому Маосану. Вот, сейчас у меня стоит Navitel, CityGuide, Яндекс.Карты и для поездки в Финляндию iGo. Сборка универсальная, но программы, естественно, не все, потому что карточка не резиновая, как вы понимаете. Так, что покажет? Ну, давайте Navitel, наша популярная программа. Я лично Navitel не очень люблю, поэтому никакую программу советовать не буду. Вот, все дело вкуса. Кстати, вот лицензионная, просто иногда настройки слетают. Странно. Сейчас, 3 секунды, карты настроим. Будет задать вопрос производителям Navitel. Разрешать пробки, да. Обнаружен незаконченный маршрут. Давайте его и проработаем.
Так, ну, собственно, информация о пробках. Слышали, да? Голос навигатора не прерывает музыку. А то в других аппаратах, там, Phantom, Road Rover, слушать невозможно. Навигатор постоянно голосом прерывает. У нас такое тоже до недавнего времени было, собственно говоря. Ну вот, симуляция маршрута, да? Да, выключили GPS. Плохие условия приема.